Как часто мы расстраиваемся из-за мелочей. Медленный Wi-Fi, быстрый секс, проигрыш национальной сборной. Но в мире есть люди, которые нас с вами не поймут. Где-то в китайской провинции есть под землей заводы. Там дети шьют сумки и джинсы, собирают айпэды, айфоны. Там единственный светоисточник — фотография Мао Цзэдуна. Поэтому такие косые строчки на поддельных спортивных костюмах. Эти дети солнца не видели, все чумазые, полуголодные. Их на свет рожали родители, чтобы ты в Воронеже модным был. Хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? А? Ну а где-то под солнцем палящим на плантациях в Доминикане рубят мачете, тростник, работящие малолетние гаитяне. Прут снопы, что больше их весят, чумазые, полуголодные. И зарплата у них, только не смейтесь, за тонну всего по $3. Эти дети мультфильмов не видели, застрахованы солнцем, затраханы. Их на свет рожали родители, чтобы ты сказал мне кофе без сахара. Ну хули ты ноешь? А? Хули ты ноешь? А? Ну а где-то в Афганистане, вдали от случайных глаз, на секретных полях бескрайних солнцу тянется кончебас. И переходят чумазые дети границу заветными тропами, замотанными скотчем багетами, спрятанными в тощие попы. Эти дети хитры и бдительны, но несчастные они повсеместно. Их на свет рожали родители, чтобы Гуф написал тебе песню. Ну хули ты ноешь? А, ты! Хули ты ноешь? А. Увы, но есть места на самый грешный из планет, где люди вместе с коровами воду пьют из лужи. А ты говоришь, хорошо там, где тебя нет. Но там, где тебя нет, браток, бывает и хуже. Так что хули ты ноешь?